Алло? Алло? Добрый день. Да, я Петя. Нет, не Махарадзе, Тартаренко. Да, мне тоже очень жаль. Постойте, а какой из себя ваш Петя? Может быть, я тоже пойду? Умный, добрый, высокий, красивый блондин. Ну, в общем, это я, да. А как вы выглядите? Ну, я не знаю, я натуральная блондинка, 90-60-91, 20 лет мне, я модель, фотомодель, начинающая. Так, может быть, это судьба? Может быть, ваш звонок ко мне не случайен? Может быть, мы должны встретиться? Ну, я не знаю, я с удовольствием. А где, когда? Давайте у вас, я сейчас адрес запишу. Пи-пи-ду-пи-ду-пу! Этого мгновения я ждал всю свою жизнь. Пошел он, очкарик, попе шарик. Иду! Здрасте. Ну, не знаю. Да вы, что ли, блондин Петр, а? Красивый, добрый. В общем, да? Это вы начинающая фотомодель 90-60-91? Ой, ну не знаю. Что, не похоже, да? Похоже. А выпить есть что-нибудь? Да, конечно. Вот сидр, вино, шампанское. Не знаю. Шампанское без водки, что ли? Все равно, что на корове колготки. Да? А вы пьете шампанское с водкой? Ну, не знаю. Только, чтобы расслабиться. А зачем расслабиться? Ну, не знаю, там. Всякие бывают последствия. Мужчина, женщина, ночь. А можно как-нибудь без этого? Без водки? Не-не-не, без последствий. Ну, не знаю. Ну, просто посидим, поедим, чайку попьем, посмотрим телевизор и разойдемся. Не знаю. Так всегда, либо голубой, либо импотент. Да что вы, я как раз напротив, я совсем... Не-не-не, ой, мама, чуть не задохнулся. Не-не-не, он не голубой, я подтверждаю, он ботаник. Да, я ботаник. Это кто, а? Это рабочий, Степан. Это я, да, я рабочий. Ну, не знаю, вижу, что не профессор. А чё, я вам не нравлюсь, да? Вы мне очень-очень нравитесь. Петр Семенович врал. Врал в силу врожденной интеллигентности. Врал, потому что не мог сказать женщине, что она некрасива. Ну, а вам я... Чё, нравлюсь? Не, милая, я вообще лошадей не люблю, поэтому и на ипподром-то не хожу. Ну и ладно, тогда вас будет только один. Да. Можно? Вот, горяченький. Я не знаю, ты говоришь, что я тебе нравлюсь, ты мне тоже. Ты одинокий, я тоже. Давай поженимся. Ну а вы точно уверены, что ЗАГС-то работает? Да, ЗАГС. 24 часа. Мы съездили, проверили. И не только съездили, но еще и подали заявление. Ну а вы, я не знаю, фамилию мою не знаете. А, и сейчас не надо фамилию. Кто пришел, того и подписали. Да. Вот мы пришли с Петром Семеновичем, нас чуть не подписали. Да? Да. Но я не знаю, вы мне предложение-то еще не сделали. Ну что? Точно, точно! Я извиняюсь,
Я делаю вам предложение. Да. Будьте моей женой. Пожалуйста. Но я не знаю. Я согласна. Поехали, что ли? Петр Семенович, я надеюсь, паспорт-то при тебе? А, я забыл паспорт дома. Я мигом. Тюха, матюха, счастье чуть не прошлёп. А я за конфетами шоколадными, чтоб коньячок заесть. Надо же это дело спрыснуть. Ну, я не знаю, обманули, запутали.